Всем привет, друзья, с вами как всегда Драйвер 51 Рус. И сегодня, значит, по ЭТС вопросик такой. Решим, многие грузовики, значит, не открываются СКС файлы, да? Они зашифрованы, закодированы. То есть вот элементарно берем автомобиль Volvo, да? Открываем архивчик, да, посмотреть, вот он, СКС файл, сам автомобиль, прицеп, ДЛС какая-то, но ДЛС нам не нужна. Давайте пробуем автомобиль. Он вроде идет, распаковочка, да, файла, но по идее он не должен открыться, если я его уже, конечно, не открыл. Сейчас посмотрим, не помню точно. Все открывается обычным архиватором. Данные автомобили моды. Вот. Но многие делают хорошие качественные моды и кодируют их. И они таким макаром не открываются, то есть не посмотреть там ни модельки, ни текстурки, ничего. Вот, ребята, выскочила ошибка, да, траля-ля-ля-ля-ля-ля, архив поврежден или имеет неизвестный формат. Вот такие дела, значит, и мы что делаем? Есть для этого, ребята, программка, где я ее сейчас сделал, сейчас, подождите, откопаю тут. Ага, вот. Сейчас я это все как-то вот так размещу на столе. Значит, вот, ребят, есть программка. Сейчас мы ее извлекаем. Блин, сейчас подождите, ну где там тут. Вот она есть. Значит, открываем наши эти файлы, да. Volvo, которую мы вот архив не смогли открыть. Угу. Вот она. Вольвешник, да, вот у нас программка. То есть мы сами прекрасно, сами только что прекрасно видели, что написано архив поврежден или имеет там формат или что-то там такое. Да, мы берем, открываем, ребята, вот эту программу. Так. Открываем ее, да? Здесь у нас что такое? Угу. Да, е-мое. Ну, давайте еще и это извлечем. Все, вот мы извлекли. Это нам как бы нафиг не надо, да? Так, и берем, ребята. Открываем нашу Volvo. Так. Перетягиваем ее сюда. Значит, в папочку с этой программкой. Вот она у нас тут есть. Открываем программку, запускаем. Вот у нас, ребята, нарисовалась программка. И сейчас, подождите. По-моему, ставится вот здесь галочка. И файл. Файл. Наверное, как, я не знаю. Нет, не так. Пам-пам-пам. Файл. Блин, забыл, как я куда ее как запихивать. Может быть, так просто нажать? Нет, не то. Так, это мы все поставили. Прогресс файла. Как-то тут что-то надо сделать. А, может быть, вот это указать. Или правой кнопкой. Правой кнопкой, да, вот, наверное, вот так. Окей, да, Volvo и старт, прогресс, появляется у нас тут папочка, вот такая, вот локет какая-то, да, видите, галочка, и по идее вот этот наш файл, да, вот этот, он сейчас должен, вот он,
этой программкой перепердолен. И все, ребята, вот она открывается, пожалуйста. Все открывается. Модель тут. Все текстурки. То есть все, что было закодировано, ребята, мы, получается, раскодировали. Я так понимаю. Все у нас открывается и без всяких проблем. Хэлло, фары какие-то. Это свет. Все, ребят, открывается. Тракс. Давайте полазим, чуть поглядим, что тут есть. То есть тут, ребята, можно, я так понимаю, сейчас полностью залезть в автомобиль, там переделать его по-всякому, по-разному. Изменить там текстуры, модельки. Да, ребят, все открылось, все работает. Все отлично. Ссылочка, значит, на программку, ребята, будет под видео на канале. Скачивайте, ломайте все там, как говорится. То есть не без этого. Вот. Так что всем понятно, да? Где, что, откуда. Это мы можем удалить еще раз. Опять же, вот эта папочка, это уже она получается как переконверченная. Да, исправленная. То есть вот, давайте еще раз вот показываю. То есть мы распаковали этот файл, получилось у нас вот без этой папки, да, вот получилось вот это и вот это. Мы сюда запихнули автомобиль, который не открывался у нас, был закодирован, зашифрован, да. Мы заводим программку. Вот давайте даже еще раз, вот он закодированный, то есть он сейчас опять не откроется. Видите, архив поврежден, поврежден или имеет неизвестный формат. Вот, мы его не можем открыть. Мы запускаем программу, запустить, устанавливаем здесь галку, здесь галку. Оп, стоп, здесь галку и вот здесь галку. То есть вот три галочки первые у нас стоят. Мы нажимаем правой кнопкой указать файл. Файл мы уже запихнули сюда, папку с программой. Вот он, этот Volvo, вот этот, который не открывается. Нажимаем, формат стоит тип файл SKS, открыть, старт. Появляется папочка, куда идет конвертация, распаковка и расшифровка данного архива закодированного неизвестного формата. Все, закрываем, ребята, заходим. И вот этот же автомобиль у нас, ребята, открыт. Пожалуйста. Все открыто, все раскодировано. Все. Даже звуки тут у нас, ребята, присутствуют все. Все, пожалуйста. Формат только какой-то хреновый, парень уж. Вот в экстракции. Все, ребята, можно тут ковырять, доставать, изменять. То есть все. Какой долгий гудок у него. Ребята, работает, все отлично, все мы раскодировали, все best of the best. Так что, ребята, подписывайтесь в группу, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь видео, скачивайте, как бы все это, я думаю,
принципе, полезная информация и нужная программка. Вот мне было интересно залезть туда, посмотреть, не мог я открыть некоторые файлы, то есть я перекопал пол интернета, нашел программку, и все у меня открывается, закрывается. Так что любители мододелы, будьте любезны, пожалуйста, ссылочка на программу будет под видео на канале. Скачивайте, заходите в группу SpinTires Driver 51 Rus, подписывайтесь на канал SpinTires Driver 51 Rus. Всем удачки, как обычно, с вами был Driver 51 Rus. Всем здоровья, счастья, мирного неба над головой, никаких проблем, бабла побольше, чтобы все было у вас хорошо. Все, всем удачи, до скорых встреч.